почитать. Здравствуйте, Ксения Станиславовна Литерева, декан факультета филологии Вятского государственного университета. Хорошие биографии великих людей встречаются не так часто, но доставляют невероятную радость и интеллектуальное наслаждение. Именно таким исследователям непростого жизненного пути, мятежного, эпатажного, циничного, остроумного, невероятного Оскара Уайльда стала книга американского литературоведа Ричарда Элмана. Он 20 лет кропотливо, усердно и с большим тактом и любовью трудился над изучением феномена Оскара Уайльда «Плоть от плоти, порождением викторианской эпохи» и одновременно над временных категорий вечности и божественного дара. Ричард Элман пытается быть беспристрастным и объективным. Очень старается ответить на вопрос о триумфальной славе Уайльда и его криминальной драме. Почему он не пожелал следовать общепринятым моральным нормам и правилам своего времени? Почему позволил заманить себя в ловушку? Его лучшее произведение, комедия «Как важно быть серьезным», заставляет задуматься, а так ли безобидные, необычайные осуждения и остроты Уайльда. В них только лишь желание понравиться или эпатировать. Удивительно, но Уайльд – символ искусства и культуры своего века, по его собственному утверждению, при всей видимой заносчивости и коммуникабельности смеется над своей бедой, подшучивает над обществом, уверенно его осудившим, а между тем во много раз более грубым, непривлекательным и порочным, чем он сам. Уайльд не принадлежит к тем писателям, которые теряют свою значимость и свое влияние с течением времени. Скорее наоборот. Такое впечатление, что Оскар Уайльд – один из нас, жителей 21 века. И хотя принято считать его эстетом, философом и циником, книга Ричарда Элмана заставляет признать, что жизнь и творчество Уайльда чрезвычайно серьезно ставит нас перед решением серьезных вопросов серьезно. Именно от этого Уайльд всегда настойчиво открещивался. А еще дал удивительно точное определение цинизму, диагностируя. Циник – это тот, кто всегда знает цену, но понятия не имеет о том, что такое подлинная ценность. Оскар Уайльд, благодаря блестящей литературоведческой работе Ричарда Элмана, использовавшего множество документов и мемуаров, предстает лукавым, щедрым, необыкновенно умным, невыносимо высокомерным, наивно добрым и трогательно мягкосердечным. Что ж, дорогие слушатели, прислушаемся к Оскару Уайльду. Будь собой. Другие роли уже заняты. До новых встреч. «Дай почитать».